Всем привет! Поехал сегодня на Дубровку в хоккейный центр Морозова снимать тренировку хоккеистов. Что-то я уже немножечко подустал, что там меня ушатали. На следующем видео можно будет посмотреть. Упражнения были такие интересные. Ну вот, а так как она уже на Дубровке, специально сюда хрен поедешь, только если Славик в гостях в Москве. Славика в Москве нету. Но раз уж на Дубровке, то это пахарь. Ригерт Академия. О, жене цветочки купил. А вы покупаете цветочки жене? Прибыли. Уже все. С саном не расстанусь. Нормальный у него багажник. Две сумки даже. Вот эта жопа мне нравится. Я как у настоящего качка, проверка мускулес перед тренировкой. Мускулес есть, намазался кремушком. Шапочку надел. Ну-ка, как они там у нас? Что-то никто не приходил. Никто не приходил. Стоят. Помостик выбрал. Сейчас. Рывок в стойку, плюс жим из-за головы, еще один рывок в стойку и приседали. Ой, серферы тоже так разминаются. Лучшие видеокубы. Это лучшие кадры. Хорошая гибкость. Сейчас рывок с виса. С маленьким весом на 2, а с большим по разу. Уже страшно. Соточка, соточка. Кто молодец? Я молодец. Свист первый раз. Be first. It's good for you. Есть. Надо попробовать. А тренер сказал неправильно. Подрыв низко. Низко. И движение коробка. Да, поэтому надо подрыв повыше, чтобы... И рывок был. Понимаешь, что рывок — это длинное движение. То есть рывок — это длинно. Максимально высоко надо выхватить. Что такое максимально длинно? Что такое максимально высоко? Что такое длинное движение? Длинное движение — это не прыжок как можно выше. Нет. Это не дотягивание руками как можно выше. Нет. Руками дотягиваешь автоматически, не специально. Длинное движение — это имеется в виду вот этот накрыв, вот этот угол, который ты наклоняешься, и в этот момент у тебя задняя поверхность и спина находятся в таком углу. Вот этот угол — это и есть это длинное движение. На грудь такого делать не нужно, а в рывке именно вот это вот надо делать. О! Ач!
вот сбоку, кстати, оборот. Да. Ух, тут весело как. Простите, что руки трясутся. Хорошо. Кто там комментирует хорошо, блядь? Кто это? А когда штангетки голубые, это же ничего не значит. Рвет 120. Герклеоне будет участвовать на зимнем кубке. В субботу. Зимний кубок по кроссфиту. Приходите смотреть. Болеть, Ригет приедет. Поеду тоже что-нибудь. Подсниму чуть-чуть для канала. Ригерт Академия. Мне кажется, я уже целую вечность здесь. Часа полтора уже делаю. Тягу закончил, 7 подходов. Теперь трапы 5x5 грифом. И потом жим швунг и оверхед сквад. Ничего, что было бы штангетки. Елки прыгают. 9 уже. Уже 9. 9. Мать его. Вечер. Хорошо, что на работу меня не позвали. Жена, прости. Синяков пока нет, но сегодня вечером будут. Счастливо вам, парни. Хороших тренировок. Программа в описании. Тренер. Молодец. Молодцом. Ты? Ты молодцом. Ты молодцом. 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 22.02. Теперь понимаете, для чего цветочки?